Заслуженные врачи, медицинские сестры, лаборанты, фельдшеры. Торжественная церемония награждения медицинских работников Владивостока прошла в актовом зале администрации города. С предстоящим профессиональным праздником медиков поздравил заместитель главы Владивостока Игорь Ткаченко. К поздравлениям присоединилась также заместитель председателя Думы города Елена Новицкая. Почетные грамоты, денежные премии и благодарственные письма. Также заслуженным работникам здравоохранения Игорь Ткаченко вручил медали за безупречный труд. Высоких наград были удостоены врач-педиатр Центра специализированных видов помощи Галина Кондратьева, медицинская сестра-анестезист больницы номер 1 Наталья Школьник и врач-рентгенолог поликлиники номер 4 Елена Пашкова. В преддверии профессионального праздника медработникам пожелали благополучия, успехов и, конечно же, крепкого здоровья. Ведь оно – главное условие счастливой жизни, даже для профессионалов здравоохранения. Светлана Садовая, новости на Восьмом.